Привет всем. 100 лет тарелочки не точил. Решил исправиться. Налепил вот тут такое, пока тепло было. Материал очень даже разный. Начинаем с бука. Красное дерево, потом орех идет, опять бук. Красное дерево, береза. Опять красное дерево. Ну и так по порядку. Пока она вот такая вот невзрачная. Сейчас выточим что-нибудь, посмотрим. Должно прикольно получиться. Единственное, что красное дерево старое немножко. Но уже больше на вату похоже. Но поглядим, что получится. Толщина пока тут. Сейчас поглядим. 37. Ну, такая неглубокая получится блюдечко, тарелочка. Сейчас будем изобретать. Но сегодня я немножко отступлю от своих принципов масловоском покрывать. Хочу покрыть просто льняным маслом сначала. Дать пропитаться конкретно, чтобы
аж капало с нее, а потом уже сверху можно масловоском будет. Еще так не пробовал. Но думаю, лучше, потому что масловоск так сильно не впитывается, как масло. Ну, сейчас будем пробовать. Не получится, так не получится. Ну, пока не испытаешь, не узнаешь ничего. Так что будем сначала так. Вот цвет уже прикольный появляется. Блин, камера ничего не показывает толком. Красное дерево прикольное. Вот его сейчас надо. Раз оно как вата, значит надо пропитать хорошо. Потом масло все равно подсохнет. И может интереснее еще блестеть будет. Сейчас пока непонятно толком. Так, видон вроде ничего получился. Не зря старался. Масло хорошо впитывается. Особенно вот на торцах. Конкретно. Мне кажется, что масловоском все равно на такую глубину он не впитается, даже если греть его, все равно он гуще как-то, что ли, не знаю. Может, я и не прав, но пока не испытаешь по-другому, не поймешь. Масло не жалеем. Стоит оно, конечно, у нас дофига, но куда деваться. Раз уж начал такое хобби разводить, то будем пытаться продать, чтобы купить еще масло. Подарки наконец-то закончились, новогодние. Так что это все будет идти в eBay. Будет пробоваться продаться. Такой рисуночек прикольный. Сейчас я дам ему часик постоять. Прохладно в мастерской, блин. Толком ничего не впитаешь. Попробовать подогреть ее, тоже не знаю. Клееная все-таки. Сильно греть нельзя. Стенки тоже тонкие. Здесь бортик чуть потолще. А здесь у меня миллиметров 5 где-то получилось это все. Так что сильно не нагреешь. Но зато пропитается, наверное, насквозь почти. Вот сейчас это я оставлю, потом подключусь, посмотрим, что получилось в конце. И будем заканчивать. Так, ну дал я ей посохнуть. Нормально, пока не впиталось все. Кстати, впиталось практически полностью масло. Только чуть вытер потом. И сверху масло воском покрыл теперь. И вот появился блеск наконец-то. Как его показать тут получше? Непонятно. Вот красное дерево сверкает. Ну, мне видно, не знаю, вам видно будет, нет? О, красотища. Ну, здесь береза от ореха почти не отличается. Тут структура немножко погрубее, другая. А этот непонятный вообще какой-то интересный. Светлый. Ну ладно. Это гнилобук, как обычно. С грибами внутри. Вот оно. Такое произведение искусства получилось.
Ну, наверное, так лучше будет покрывать сначала маслом. Второй слой, когда я уже с масловоском покрывал, пришлось немного феном подогреть это все. Ну, потом насухо просто вытер. И вот такой вот блеск. Красное дерево как перламутром отдает маленько вот эти вот светлые пробелы, как их там. Короче, понятно. Интересно получилось. Вот так пойдет она на продажу. Ну, всем пока, спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.